Отныне эта площадь во Владимире будет называться площадью 30-летия Победы. Ветераны боев, герои трудовых будней пришли сюда 9 мая на открытие мемориала в честь владимирцев, павших в боях за Родину. Первый секретарь Владимирского областного комитета партии Михаил Александрович Пономарев зажигает вечный огонь славы. Когда теперь, спустя 30 летия, вспоминаешь о том, что выпало на долю бойцов, командиров, политработников нашей армии, говорил генеральный секретарь Центрального комитета нашей партии Леонид Ильич Брежнев на торжественном собрании, посвященном 30-летию Победы, даже не верится порой, что все это было, что это можно было выдержать. Выдержали, все выдержали, через все прошли и победили, разгромили фашистского агрессора. Все мы, кто шел в эти годы под пули, снаряды и бомбы, шли с мыслью о том, что готовы отдать свою жизнь, лишь бы жила наша любимая Родина, был свободен и счастлив наш народ.